Внимание, Матич. Реми. Фабригас и Суле. Сеск Фабригас. Гол! И счет равный! Какой прекрасный гол все-таки, а? Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации, трудно сказать. Надеюсь, этот эпизод его из колеи не выбьет. Снова равенство на табло 1-1. Ислам Слимани. Серхио Рамос. Кагава. Максим. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Ислам Слимани. Пас в штрафную. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Реми. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Ничего серьезного, все здоровы, просто обычная замена. Это будет удар от ворот. Забивать надо! Ислам Слимани. Счет не изменился, по-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Максим. Это может быть опасно. Мяч летит в сторону ворот. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет равный. Педро. Наверное, если гол и будет забит, то только один. Времени осталось совсем мало, да и моменты не возникают каждую минуту. А на месте голкипер, все в порядке. И справляется вратарь с этим ударом. До конца матча остается не так много времени. И этот угловой хороший шанс для команды. Рамирес. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. Реми. Прекрасное завершение атаки. И команда выходит вперед на последних минутах игры. Мощнейший удар пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился таки за ленточку. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод определенно придаст уверенности Голиадору. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да. Продолжительный и троекратный финальный свисток. Раздается свисток, матч окончен. Ну что же, это классика жанра. Игра забывается, результат остается. Да, и этому результату они должны быть рады. И рады очень. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде.
Думаю, что он уже на всех спортивных сайтах красуется в полный рост. Забить решающий гол под занавес матча – это бесценно.